Всем привет, я Юлия Топольницкая. В 2005 году один канадец поменял обычную скрепку на настоящий дом. Ну, сначала он поменял скрепку на ручку, потом ручку на дверную ручку и так далее. Своей цели он достиг всего лишь за год. Мы с армяном хотим улучшить его результат и обменять скрепку на квартиру. Сейчас 8 утра, и мы в Москве. Мы отправляемся в город Новомосковск Тульской области, чтобы обменять скрепку. Скрепка едет из Москвы в Новомосковск. Сейчас мы будем звонить девушке, с которой мы будем обмениваться. Алло, привет. Быстрее, пока не передумала. Оль, доставай уже, не томи. Писался с Олей, это фотоаппарат. Где ты его взяла? Ты украла его? Он новейший. Это не просто скрепка. Еще такой вопрос. А ты вообще веришь в то, что мы можем обменять скрепку на квартиру? Если я не верила, я бы не поняла. Вот это круто! Человеческий поступок. Я бы так не сделала. Круто! У нас фотик! Фотик у нас! Мы снова в Москве. И у нас есть фотоаппарат Nikon 3200. И мы готовы обменять его на что-то крутое. Мы снова ждем ваших предложений по обмену в комментариях.